вкусный и полезный праздничный рыбный супчик. Всем привет! С вами канал «Вкусно и кошерно», и мы продолжаем тему еврейского Нового года. И сегодня готовим рыбный супчик. Готовится этот супчик проще простого. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Для этого рецепта нам понадобится рыбка, лук, морковь, картошка, овощной бульон, банка зеленого горошка, укроп, соль с перцем, кориандр и растительное масло. Сначала нальем бульон в кастрюльку и начнем варить картошку первую. Картошку порежем крупно. Большие кубики. Я использовала овощной бульон, но можно использовать куриный, если кому-то больше нравится вкус. Забрасываем картошку в кастрюльку и добавляем соль с перцем. И готовим минут 10 до полуготовности картошки. Пока готовится картошка, режем лук и натрем морковь. Лук я порежу мелкими кубиками. Первым надо поджарить лук до золотистого цвета. В сковородку добавляем масло. И следом лук. Пока все это дело готовится, натираем морковь на крупной терке. Присматриваем за луком, чтобы не подгорел. Периодически его помешиваем. Когда лук позолотился, добавляем морковь. Все перемешиваем. Соль с перцем. И чуть-чуть кориандра. Лук и морковь готовим до полной готовности. Теперь порежем рыбу. Рыбку надо отделить от кожицы. Потому что кожица жесткая. Зажарку надо периодически помешивать. Вроде как готово. Когда зажарка готова, в самом конце добавляем зеленый горошек. Горошек у меня из банки, поэтому его готовить не надо, только чуть-чуть разогреть. Все перемешали и можно выключить. Когда картошка мягкая, почти готова, мы добавляем сюда рыбу. Рыба готовится очень быстро. Рыба с картошкой приготовится одновременно. Минут через 5. Когда супчик готов, добавляем сюда зажарку. Доводим до кипения и выключаем. Вкусный и полезный праздничный рыбный супчик. Всем приятного аппетита! А с вами был канал «Вкусно и кошерно». С наступающим всех праздником! И будьте здоровы и счастливы!